Night 1. Погнали. Опа. Прощайте. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Dark Dragon, Секрет, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово, люди. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранник». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, нажимаю кнопку. У нас есть кнопочка «Restart Night 1». Берем пистолет в руки. Так, вы понимаете, да, что он уже пришел? Night 1. Погнали. Опа. Прощайте. Это надо на превью ставить, потому что начинаем. Прощайте. Это самое гениальное начало. Ночь начинается. Ребята, попытка номер 2. Надеюсь, у нас получится. Погнали. Будьте внимательны. Мне не страшно, я пошел. Да, главное, чтобы мы все одновременно не умерли. Когда по очереди, то ночь продолжается. Да, прикольно сделано. Красавчик, ты успел забежать, молодец. Доли секунды, ты остался там, и тебя побило. Чика. Очень атмосферная карта. Мне она нравится. И вообще здесь атмосфера Фокси. Атмосфера Фокси. Я сказал, Фокси пришел. И Чика стоял. А мы умерли? Или кто-то остался жив? Нет, вы все умерли, я жив. О, ночь продолжается, так что все четко. Главное, чтобы кто-то остался жив. Сразу открывай двери, да. И Чика ушла. Да King on Fire тоже такой нормальный молодец. Мочит нас сразу. Так. Вот видите? Это что, нормальный человек? King on Fire, не мочи. Так. Какой-то неадекватный нам попал. Давай, короче, вообще закроем здесь двери. Ну нафиг. Сейчас мы, короче, Фокси здесь нажмем. О, будем на Фокси чекать. Неужели так можно часто нажимать на Фокси? Он прям может приходить 1000 раз в секунду. Так, я смотрю. Давай откроем, но я вижу пока мы все. Чекаем. Фредди. Главное, камеры не клацайте. Ну что, бежишь? А, бежит, смотрите! Я понадобился. Побежал. Вот он сейчас будет. А дверь закрыта, ха-ха-ха. Нифига себе, это вроде я нажимал Night 1, а это какая-то ночь у нас. 99-я? Ха-ха, непонятная ночь. Пацаны, внимательно, очень внимательно. Эй, кто стулья переворачивает? Я удаляю. А где ты? Выйди направо, точнее на левой двери. А, ну ты жди, он сейчас скоро уйдет. Давайте пока закроем. А, там Фокси. О, молодец, молодец, что закрыл, красавчик. Так, Фокси стоит, рука опущена. Внимательно смотрим. Не останавливаемся. Так, шкатулка нерабочая, неактивна. О, Фредди привет. А, фиолетовый Фредди вышел. Все нормально, энергия полная. 2 часа ночи. Смотри, перегораждает своим ухом, блин. Фокси сейчас бежать будет. Кто? Фокси. Да, я вижу, он руку поднял. Двери не открываем. Скажу, фиолетовый медведь пришел. Да видишь, перегораждает специально башкой своей, чтобы мы не могли чекать, что там происходит. Опа, пришел. Фиолетовый. Бежит. Я вижу. На, вот это жестокие они. Со всех сторон нападают. Прощай, я нажму кнопку. Вот так на тебя и полагайся. Застрял в нем в пузе и сидит. Так, двери не открываем, ждем. Стоит, а вот я вижу. Ждем, пока уйдет. Ладно, давайте откроем. Отлично. Так, пацаны, экономим энергию. Если никого нету там, то открывай. Или если стоит, то не надо. О, руку поднял, я вижу. Отчили пиздрик.
Ты что, какой-то Фокси активный, мега. Да, он меня убил. Опа! Это ж какой он резкий, сколько раз уже пришел? И с этой стороны. Ребята, напишите в комментариях, сможем мы дожить сейчас до 6 часов. Очень внимательно, здесь эти пацаны, которые с нами играют, они профессионалы. Так, тут Фредди стоит. Не открывай, Фредди стоит, да. Внимательно сюда смотрим. Ты смотри, какие активные они. King on Fire вообще какой-то псих. Давай, отзывай своих назад аниматроников. Нам уже тут жарко. Молодец, спасибо тебе. Опа. Сейчас Фоксик будет бежать. Да-да-да, вижу, рука поднята. Три часа. Мы затащим. Ты смотри, он решил всеми сразу напасть. Ого, два аниматроника. И с этой стороны? И Фокси. Эй, спокойно, я так боюсь уже проходить эту часть. Не, ребята, это не 99-я ночь. Это 100-я ночь. Блин, у нас энергия кончается. 4 часа. А как нам туда дверь? Тут Фредди стоит. Внимательно чекаем. Да, смотри, чтобы мы не проиграли. То будет тупо. Ты смотри, вообще правую дверь не могу открыть. Я левую повесит. Я вижу, никого нету. Блин! Как? Так никого не было! Как? Что это было? А как такое возможно, если никого не было? Может, он нажал и сразу убрал? Вот хитрый жук. Так, подожди, а что, ночь продолжается, раз они приходят и уходят? Нет. Если мы... То у тебя есть время? А, ну сейчас со временем должно появиться. Давай подождем. Я помню, что было такое... А ну, King on Fire, ты можешь приходить челиками? У нас просто энергия не сбросилась. Ну, смотри, они приходят. Так, никого нету? Чика, уйди, пожалуйста. Вообще неадекватно. Так, Фокси руку поднял. Да, ночь. А, да, 5 часов. У меня светится время. Ура. Только у нас сейчас кончится энергия, мы проиграем. Блин, что делать? У нас энергия на нуле. Слышь, отвали. Дай нам прожить. Нам еще час. Да ну блин, ты задрал. Да никого нету. Ну как я проигрываюсь, там никого нету. А он вовремя успевает нажимать. Я тебе говорю, я даже смотрю, вот никого нету. А там кто-то есть. Слышь? О, уже Фредди, той Фредди пришел. Заглядывает с угла. Слышь? Какой-то неадекватный аниматроники сегодня. Бежит. И приходят. Ты какие-то читы используешь? Какой-то у тебя зазор между атаками нереально быстрый. Ты смотри, что он делает. Ты видите? А он не может. Смотри, вот он как убивал нас. Он думал, что я открою дверь. Он, не надо, не открывай. Мы проиграли. Потому что мы, я не знаю. Напишите в комментариях, сколько раз мы проиграли. И этот раз тоже напишите. Night 6. Все, давайте, дуэль, ПВП. Как ты думаешь, стоит ли вообще открывать двери или нет? Нет. В чем будет настолько быстро нас и сильно атаковать, насколько это возможно. Уже даже Фокси руку поднял. Но ты молодец, ну ты молодец. Никого? Очень страшно атмосферно так. Я понимаю, что они со всех сторон. Ты видишь, что творит? Ого! О, господи! Смотрите, сколько их проходит. Ты что, решил позвать всех со всех частей? Эй, на! А как он нас может убить, кроме того, как у нас вот... Если дверь закрыта, как нас убить? Не знаю. А есть один шанс, но я не буду говорить его. Там есть секретный у него... Фишка. Это жесть. И гром на улице.
Ну. Фокси убежал. Офигеть, что творится? Я просто слушаю. Опять этот челик пришел. Ну и чё, что ты дальше будешь делать? Ничего. У тебя нет больше никаких сил нас убить. Ой. О, это что-то новенькое высветилось. О, той уже пришел. Офигеть. Да, точно, ночь сотая. Да, это уже 101-я ночь. А вот так удобно. О, давай для прикола, а можно вообще сделать инструмент? А материал, это, наверное, что-то будет новенькое. Я ни разу так не проверял, но давайте проверим. Материал. Невидимую дверь можно сделать? О, класс. Мы теперь видим, кто приходит. Это читерский, но по-своему это работает же. Да. Прикольно. Мы видим аниматроников здесь. Ну, теперь можно открывать спокойно. Ой, закрывайся, закрывайся! Это жесть, я так испугался, что она медленно закрывается. А ты не можешь этим каким-то, может, Golden Freddy, он же вовнутрь может залезть, или тут такого нету? Не знаю. Наверное, может, нет такого. Тут с другой... Вот, сзади появился, блин, сказал на свою голову. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.